Глубоко уважаемые коллеги, своеобразным эпиграфом для своего выступления, который будет не столь теоретический, а скорее более поэтический, я выбрал цитату из Бразюнаса, но сначала я ее скажу по-русски. «И осядет, как оседает в камень, опять оттаивший камень». По-русски это как-то звучит не очень хорошо, но по-литовски это очень красиво. «И осядет, как оседает в камень, опять оттаивший камень». Это как такая формула. Я позже подойду к этой формуле. И Владос Бразюнас – это лауреат национальной премии 2013 года и известный не только как поэт, фотограф, но и фотограф-переводчик. И когда-то для моей книги несколько лет назад понадобились камни, и я попросил его прислать фотографии камней. Он прислал там, наверное, в порядке 100 этих камней. Ну, в компьютере они очень немного весят. И что было очень мне интересно, что эти все камни шли. То есть они не были неподвижными, они не были статичными. И другая такая вещь, которую хочу сказать сначала, это как бы камни вот ходят, и они могут уйти, как когда-то Сигитас Геда сказал, что Бог может увести одних и привести других. И в Литве, не знаю, с какого столетия, но, наверное, с конца 19 столетия, когда начали собирать камни в полях, они просто образовали горы. И эти горы просуществовали где-то до середины 20 века. Это, я помню, эти огромные горы камней. Они никому не были нужны, кто хотел, брал, но никто, конечно, не брал. И они, их уже нет. Они куда-то ушли. Все спорят, куда они ушли, но они не знают. Это как люди. Была какая-то нация или племя, и оно ушло. А теперь уже можно подойти поближе. Одна из важнейших, ярчайших черт, объединяющих поэзию языкознания, способность моделировать лингвистические явления. Например, можно утверждать, что поэзия моделирует sui generis грамматику, закодированную или замаскированную структуре текста. Интерес поэзии к лингвистическим явлениям оказался весьма перспективным, поскольку единственное бесконечное пространство, в которое может распространяться поэзия, это, конечно, язык. В каждой традиции, поэтической традиции, есть такие известные предостережения, что нельзя ничего менять, и очень строго надо относиться к названиям, к языковому знаку, появлению языка, отношениях плана выражений, плана содержания. И вот это литовский текст, но там перевод такой, что надо очень осторожно кого-то именовать и те или другие явления, что нужна крайняя осторожность. Это общее, по-моему, это в каждой поэзии мы найдем. Но всегда ли поэзия слушает сама себя? Конечно, нет. И другие примеры уже из Бразюнаса. Вот теперь я привязан и не могу показать. Но в третьей строке «Грудас пришлино скемянс» русский перевод на русский язык. Так? И, наверное, когда уже перевод, то видно у глиняного слога, слога угумна присесть на святом краеугольном слоге. Это небольшая ошибка. Слоге. Должно быть на камне. Но сам камень в литовском языке – это своеобразная странность. Вот и камень, и вода – это морфологическая странность, потому что это консонантные основы и так называемое пятое склонение. То есть «акмуа» – «акмянс», «вандуа» – «генетиву сингулярис» – «ванданс». И покажите еще литовский. Да, конечно. И когда к этому же консонантной основе принадлежит только такие важные слова, как, например, «сесуа», «сестра» и родственные термины. Ну, мы это хорошо все знаем. И когда с Бразюнасом мы участвуем в вечерах,
поэтических по всей Литве, я после вечеров всегда спрашиваю: вы не заметили какой-то нелогики, куда надо присесть? И говорит: нет. А в тексте куда присесть, на камне? Да говорит: наверное, на камне, но на слоге. Но это потому, что структура этого слова «слог» – это, по-моему, «силябей», да, от греческого перевода, наверное, да? Но литовский – это ткаческая терминология уже. И таких примеров весьма много. Другие. То есть, как бы слова, которые со странной морфологией, они как бы могут заменить друг друга. То есть, вместо слова «акмуа» – «камень» может появиться слово «слог» – «скемуа». И ничего от этого не случается, и стихотворение вполне становится порядочным, остается. И немножко я хочу остановиться на вопросе трех слов, то есть «камень», «я» и «память» в поэзии. Эти три слова, наверное, не все лингвисты. «Камень» – аналоги литовского слова «акмо», основа на согласную, родительный падеж «акменц», обнаруживается во многих индоевропейских языках, правда, их значения немного различаются. То в одних языках это будет «скала» или «небо», или «акмон» – это «наковальня», или, ну, может быть, и совершенно то же самое значение, как русский «камень», древнегреко-немецкий «хама» – это «молот», конечно. И связаны сама со словом «ок» индоевропейской корнем «ок», который называется «острый». Хотя «акмуа» – это в сатемных языках должно звучить как «ашмуа». Действительно, это слово есть в литовском языке, «ашмуа», но это лезвие. Это как бы одно такое поэтическая линия вот этого камня. Вторая – это «я», как ни странно. Это эгоцентрическое слово, потому что в поэзии, конечно, не в лингвистике, «акмо акменс» выделяется поэтическая морфема «мен». Но это морфема «мен», которая в действительности только в поэзии существует, она ассоциируется с родительным падежом слова «аш» – «я», «манес». И более древняя форма, которая, я думаю, что недавно только была, где-то в XVI веке, это показывают диалектные данные, это «менес», «мен», «мен». Значит, еще одна линия. И третий такой, ну, сказал бы «камень», но говорим о камне, это «память», это «отминтис», «мену», «минети». И если это «я», «манес», об этом свидетельствуют даже такие наблюдения полевых исследователей, что, например, у Меркеса жил очень известный как бы колдун человек, у которого был свой камень. На том камне он спал. И он приходил к камню, говорил, он спал, но не показывал другим людям этого камня, только избранным людям. Он говорил: это мой камень, это мой, и не надо, это как-то связывается. «Акменс» и «мен» – это мой камень. И третье такое составляющее – это будет, конечно, «отминтис». Это память, слово, которое во всех индоевропейских языках, это оно почти одинаково звучит. И здесь очень было много сказано о памяти. И вот иногда причудливым образом камень как бы сохраняет память о воде. И один случай из города Аникщей, это почти середина Литвы, и там есть камень, который теперь называется «понтукас». Но, естественно, «понтукас» – это от слова «понта» – это «надуваться». Это не может быть название камня. И в Литве
несколько озеров и несколько рек действительно называется Понта или Понтас. Но потом у этого ручейка возникла деревня. В середине 19 века деревня исчезла после восстания. И название очень медленно, название ручейка превратилось в название камня. А ручеек исчез. Ручейка нет. И когда в этих местностях объясняемся, что это не камень, это ручеек, они говорят, ну никогда ручейка не было, потому что уже никто не помнит. Это как бы камень хранит память о воде, которая ушла. И пойдем на поэтическую структуру камня. Камень в поэтическом тексте соединяется с человеком множеством способов. Я думаю, что и камень, и твердый, и мягкий – это потому, что бывает, он связан с человеком. Многим способом, одни из которых – двойные синтаксические связи. Например, родительный, к сожалению, мои слайды не очень хорошего качества, но я как-то не решился поместить в одной странице. Последняя строфа. «На нем каменную голову склоню». Здесь весь перевод. «На нем каменную голову склоню». И вернемся. И если в литовском языке посмотреть просто в синтаксис, то неизвестно, чья это голова. Это может быть голова камня, но это может быть голова человека. Это моя голова. Это такие двойные синтаксические связи. Такой текст заставляет человека, читателя, анализировать синтаксические и семантические связи. С одной стороны, бросается в глаза то, что порог, то есть сделанный из камня, сленгстес, имеет дополнительные фонетические связи с человеком. Сленгщо и нуленгщо, то есть порога и склоню. Дальше. Камень связан с человеком через каменную подушку, которая в зависимости от воли поэта может обозначать или бессонницу. Это не Бразюнас, но я специально другого поэта привел, это Парульскис. Каменная подушка – это мне не снится, потому что у меня каменная подушка. Но Бразюнас. Какое здесь озеро? Какое это озеро, если без острова любви, чтоб я спал крепко, мягко мне постели, под голову катящийся камень, оседающее небо, облака. Интересно, что то, что как первое, так и второе стихотворение составлены как обращение, присутствует даже одно и то же повелительное наклонение и развитие той же темы, то есть сна. Только в случае Парульскиса каменная подушка понимается с негативным оттенком, как нечто жесткое у Бразюнаса, камень мягкий. А как, однако, и в одном, и в другом стихотворении есть слово «крепкий», только обозначающее разные вещи. В поэзии Парульскиса это свойство камня, а у Бразюнаса это сна. То есть крепкий, твердый, дословно, это сон. В последнем стихотворении просьба «мягко постелить» противопоставлена крепкому сну. То есть, если мягко постелить, то мой сон будет как камень, он будет крепким. В последнем стихотворении просьба, да, мотив движения усиливается словосочетанием «думбантис дугнас», и как бы поясняется, потому что если мягкий камень, он должен двигаться. Он не может стоять. Но как он двигается? Я всегда как-то думал, что камни двигаются горизонтально, а вода движется вертикально. Но это не всегда. Например, лед, он движется так, если в поэзии посмотреть. То есть он как бы оседает этот камень, и поэтому мой сон крепкий. Это как фотографиях Бразюнаса, где все камни идут. И здесь был вопрос вчера, почему нет птиц. Да, действительно, некоторые поэты соединяют. Если шли камни, то шли и птицы.
еще человек. Камень и я, камень без отца растет, без ног вода бежит, летают облака бескрылые по красным дубовым веткам. Поднимет девятирогий олень, разжигает одноголосый дзугский огонь. Когда я плыву по этой глубокой реке, поднимаю тот камень со дна, пью эту память, этот огонь, и вспомнить не могу. И по причине такой тесной связи камня и местоимения «я» целая строфа стихотворения может казаться вариацией поэтической морфемы. Еще одно. Один пример. Уже появились и переводы. «Акмене но келю шалентас, глаускис акмене манес. Акмену раудони калентас, лаук манес девин денас». Камень с дороги убранный. И как бы камень, я и память, они составляющие этого небольшого стихотворения. И камень и память. Еще основанием для объединения камня и памяти можно считать актуализацию буквы середины алфавита. Если мы помним, тоже вчера было сказано ЛМН, но как раз эта поэтическая морфема – это почти серединные буквы алфавита АКМЕН. АКМЕН. Алфавит привлекал внимание как ученых, так и интересующих областями, идеями, выходящими за рамки науки. Описывая это явление, многие ученые пытаются ответить на вопрос, почему алфавит иногда становится осью поэтического произведения, замечая, что в таких случаях повышается ценность каждой буквы. Поэтому буква приобретает как бы статус еще и такого другого знака визуального. И можно объяснить, почему появляется эта такая поэтическая морфема, почему она так важна, это тоже, если посмотрим с алфавита. «Намудвася атьминося, сурю кампу акменися». «Дух дома поминовенье в камнях сырых краев». Иногда даже в таких причудливых формах бывает, что бывает литовское слово «акмо», но русское слово «камень», «камане», по-литовски «шмель» переводится. И дальше посмотрим, что как бы вода или камень, он как было очень трудно установить. Он является, это вода или еще камень. Не ишманант ежидритили, не новилоси сапно клусос, есрувяной акменю гили. Но именно если было бы написано ванденю гили, это все хорошо. Это в глубину воды, но здесь камня. И можно думать, что это камень очень глубоко лежит, но по-моему, не обязательно так думать. Это скорее, если глубоко камень лежал, мы его бы не видели. «Погелео дангус ракмуа». Если было бы место «акмуа», должно быть слово «вандо». Место «камень» должна быть «вода». Это естественно. «Погелео дангус ир вандо» – это естественное предложение. Но никак не может быть «погелео дангус ракмуа». «Дангус погелео» – это нормально. Но «погелео акмуа» – это как бы кто-то долбил этот камень. А если это вода, как бы зашифрована под камнем и погрузить. Но дальше вместо камня появляется вода, и погрузился камень, но здесь погрузилась вода. Это как бы нейтрализация двух существительных, но это потому, что это существительное пятого склонения, потому что это такой раритет и немножко как бы из другого мира. Мотив. Камень глубокий. Должен быть вода глубокая,
Но если камень и это превращается в воду, это значит, что он мягкий. Если может погрузиться там трава или дальше. Как акмогилос должно быть, как вандогилос. Но слушатели никогда не замечают этого. Еще раз это. Углубилось небо и камень. Как акмогилос. Глубокий, глубокий, как... Должен быть как... Ой. Да-да, не в ту скорость. Но фугит интеря, фугит репорабили темпус. Ir supuls, kaip supuola į akmenį, vėl atitirpęs vanduo, это то, от чего я начал. И осядет, как оседает в камень, опять оттаявший камень. Такое и чудное должно быть, если он уже оттаял камень, ну, может, это вода. И последнее. Įmanytum regėti ramiai, lyg sudeginęs protą, kas septintas išliko ir taip toliau. Ruka attajala, ведь когда мы говорим, моя рука каменела, но моя рука оледенела, она не чувствует, если я заболел, там что-то случилось, инсульт или что такое. Вот через человеческое тело эти слова соединяются вторично, как бы пятое склонение консонантных основ и человеческое тело. И, наверное, уже очень мало осталось. Такие предварительные выводы. Поэт проецирует принцип «связывать-развязывать». Ну, например, лед. Это по-литовски точно знаю, что обладает энантиосемией. Со твердой воды, льда, то есть «связывать-развязывать» на камень, который становится глубоким, как вода, мягким и тому подобное. Мостом для переброски значения становится человеческое тело, которое может окаменеть, оледенеть, то есть стать твердым и наоборот вернуться в состояние, со состояния льда или камня в нормальное состояние. На время. Спасибо. Бразюнас, да. У Бразюнаса меняются эпитетами и свойствами камень и вода. Да? Это камень, конечно, очень хорошо подмечено, и действительно на этом все строится. И мы эту оппозицию твердой и мягкой должны менять на или на нейтральную зону, или на то, что оппозиты меняются местами. Так? Ну, одно да, было твердое в мяг, а тут, причем самое интересное, то, как в те случаи, когда нельзя понять, это камень или вода. Да, и, так, да? Да, и когда издавали мою книгу «Языковые стигмы в поэзии», я как раз обложка была Бразюнаса, но Бразюнас разрешил художнику сделать, что хочет, и камни повисли в воздухе. Да. И они плыли в небе. Они были и внизу, да, но они были в небе. Больше камней в небе было. Ну,
Но насчет этимологических и вот таких вот сопоставлений ваших, это у меня сильные сомнения. Я бы, ну вот, например, окно и меня, мясо. Нет, это... нет, Татьяна Владимировна, нет. И... Это имею в виду поэзию, никоим образом это не лингвистика. Когда говорится, что это или ассонансы, или анаграммы, и если уж вы так, то почему у вас нет слова «глаз»? Оно тоже должно быть, да? Акис. Оно тоже как-то должно быть. Причем тут там есть очень интересное стихотворение, которое все построено по-литовски, сейчас на ассонансах. И самое интересное, что они повторяются и в русском, сами собой. Это, по-моему, там, где 9 дней. Где 9 дней, там жди меня 9 дней, ага. И так далее. Ну, то есть, если ассоциации с какими-то другими корнями, да, или фрагментами, да. То лучше просто это считать ассонансами звукописью. Она у него действительно очень сильная. Да. Вот тут все идет просто на А, М, Н, на и главное, что совершенно не понимаю, как все повторяется в русском. Но это родственные. Родственные ассонансы. К, М, Н. Идет в русском. Как это вышло, я не знаю. Но вышло очень эффектно. Но это родственные языки. И что? Родственные языки. Литовский, русский. И причем, когда поэзия, это очень близко, ближе, чем языки. Поэзия на других языках. Но не всегда это получается. Иногда очень все теряется звукопись иностранного, а тут она получилась. Да. Это кто переводил? Я еще раз хочу поблагодарить и подчеркнуть, что действительно слова «камень», «я», «меня» и «память» – это этимологически не связаны между собой. Это поэзия связывает, но никоим образом не лингвистика. Я еще хотела добавить, если вы позволите, есть еще один отрывок. Там тоже есть «от меня» и так далее. И там очень напрашивается «ахманес». Ну, как бы выпрашивается само по себе. Там есть «манес», но перед этим нет вот этого междометия «ак». Хотя очень просто. И специфика как раз вот этого и «ахментес», и «ахмо», и «аш». И «манес», да? Тут особенность в том, что здесь слог закрывается перед следующим согласным. И получается такое своего рода спотыкание, как бы, да? Там «акмо», да? Вот как будто спотыкается, и потом переходит на следующему то ли шагу, то ли дыханию, да? Там, слову и так далее. И вот это, мне кажется, как раз очень красивая поэтическая вещь, которая не есть, наверное, в слове вот «акис» и их форму. Поэтому вот это «ак» и «ат-мунтис» и «ак-мо» вот ближе, конечно, связаны между собой. Спасибо. Ну, это реплика. Спасибо. Еще, если можно, одно предложение. Чтобы ответить, почему в разных языках что-то случается в поэзии. На примере с того же самого Бразюнаса. «Ак» другого стихотворения. «Ак сумалуному и латину балтус вандо». И если дословно, «ак с удовольствием» на латинский язык «белая вода». Но в тюркских языках «аксу» – это «белая вода», по-моему, «да». Спасибо российским ученым, которые мне консультировали в 2012 году, может, и сидят в зале, и сказали, да, это же белая вода, река в Средней Азии, Охша, это... Это лексическая типология. Да. Хотя белая вода – это и прозрачная, может быть, и мутная, это зависимость от тюркского мира, края.